Во всех школах района стартовали противопожарные мероприятия. Организаторами выступают отдел надзорной деятельности и национальный парк «Шушинский бор». Это своеобразный марафон, который включает сразу несколько этапов. Один из них и, вероятно, самый интересный для школьников – непосредственное знакомство с пожарным инвентарем. У ребят есть возможность в буквальном смысле примерить на себя амуницию, в которой работают огнеборцы. Он, конечно, великоват, а так удобно. Не сгорю в нем хоть. В отличие от скучных лекций, такие формы обучения детей правилам пожарной безопасности, скорее всего, останутся в памяти надолго. Мне интересно огнетушитель, как тушат. Да? Да. А сам бы хотел это? Да, потушить хотел. Мне в противогазе понравилось. Противогаз, а еще понравилось, как вот дышать, куда в здание заходит, вот эта штука. В марафоне участвуют и юные экологи-активисты национального парка «Шушинский бор». Мы объясняем ребятишкам, которые помладше нас, которые, то есть, ну, меньше знают об этой теме. Мы объясняем, для чего это все, для чего нужны пожарники, то есть, что у них есть, что они делают. То есть, ну вот, задаем вопросы по поводу, кто как знает. И в основном, то есть, даже малыши 1-3 класса, они отвечают правильно на вопросы. Весь учебный день и на уроках, и на переменах ребята получали полезную информацию, смотрели мультфильмы и мини-спектакли экологической направленности. Но без сомнения, герои этого дня – сотрудники пожарного надзора, позволившие детям ощутить себя в роли брандмейстеров. На мой взгляд, просто разговор как бы уходит уже в прошлое. Вот, зачитывание всяких правил пожарной безопасности и так далее. Но когда на практике дети сами трогают руками, смотрят своими глазами, задают вопросы, это, считаю, гораздо интереснее, эффективнее и полезнее.